Дорогие друзья, мы каждый день делаем для вас подборки новостей о происходящих событиях в жизни знаменитостей. Вот и сегодня мы с прискорбием вынуждены сообщить. На 72-м году жизни скончался советский и российский режиссер и сценарист Игорь Москвитин. Игорь Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. В 1975 году окончил Ленинградский театральный институт, режиссерский факультет. С 1998 года он работал в качестве режиссера. В его фильмографии несколько сезонов известного криминального сериала «Улицы разбитых фонарей», начиная с самого первого. Снял несколько сезонов популярного проекта «Агент национальной безопасности». Также снял сериалы «Дорожный патруль», «Дознаватель», «Цвет пламени», «Личное дело капитана Рюмина», «Охотник за головами», «Чужой район» и другие.